The king instructions Yorkin Hoja Umar of Ning Hutse down at Bayam Yassa. Hamiga Salim, bugungi sanda mehmonimiz Sahar Topar ekan. Маған Сахар Топарының оша сізмі қосығы түсті. Сіздердің өзі қазақша қосыға айту ниетіміз бар еді. Себебі Сахар Топары Қазақстанда өзінің дөретушілігін жүреткен. Бірақ командамен ойласыған қалда, біздер оша сізмі қосығын қарағалпақша аранжировкада істедік. Бұл каверді Йорқын Ходжа Умаров Хамнадыраға басшылығындағы командасыменен біргелікте істедік. Йорқын Ходжа Умаров өзі жүді позитив адам, ол менен бірге репетицияларым жүді қызықлы болып өтеді. Себебі ол менен бірге ойнап, қосықты бірге атқарып, кеуіл кейпиятымызды көтереді. Хаммеге рахмет, сілеген кабырымыз сілерге ұнайды деген үміттемен.
Браво! Ахмед. Уж такой аранжировки я не ожидал это услышать. Это каракалпакская, да? Да, да. Каракалпакские мотивы. Оте керемет. Рахмет. Нагыз. Аранжировка. Молодец. Браво, браво. Рахмет. Очень-очень талантливо, очень необычно. Тебя ждет великое, большое будущее. Продолжая в том же темпе, у тебя отличная энергетика. Ты отлично чувствуешь сцену. Отлично передаешь именно те эмоции. Браво, только браво. Рахмет. Оте керемет. Рахмат. Зор болды. Рахмет. Энди Ануар аке, энди хафа боласызбы, хурсан боласызбы билмейман-у. Соңгы иштирокчимизни сахнага таклиф этамиз. Бизнинг соңгы иштирокчимиз Иброхим Нурмадов. Ассалому алейкум. Menga Sahar guruhini unutganim yo'q qo'shiqlar tushdi. Sharqona yo'nalishda cover qildik. O'zi yana oldingiga o'xshab bitta pianinoda chiqmoqchi edik. Lekin akam ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borib, Instagramda shunaqa komment ketdi. Boshqa yo'nalishda ham ijod qilinglar degan. O'shanga inobatga olib biz guruhpa bilan ishladik. O'tgan sonda men qizil zonaga tushganim sababli akam agar shunaqa davom etsan keyingi sonda ham men seni o'zim xohishim bilan chiqarib yuboraman deb aytdilar. Sizlarga shu qilgan kavrimiz yoqadigan umiddaman. Hammaga rahmat. Hey, you know.
Нурматов Ибрахим! Браво, 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 браво. Ты так великолепно пел. Но мы так хотели тебя увидеть, и из-за пианино мы тебя не видели практически. Голос просто волшебный, просто великолепное исполнение. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Я, так же, как и предыдущие исполнители, я не могу сказать ничего плохого. У тебя все в порядке с голосом, все в порядке. Ты играешь, это немаловажно. Сочиняешь песни? Еще нет. Нет еще? Да. Ну, я думаю, скоро начнешь сочинять тоже. Ты играешь, это очень хорошо, это очень большой плюс. Спасибо. Вот. Браво, браво, браво тебе. Браво.